на Лангшоне, пришли в одну из пещер. Здесь их много в горных комплексах. Вход платный, 23 донгов, ну это как бы копейки. Вот мы в пещере поднимаемся вверх. Это в пещере. Прикольно, катакомбы такие. Колокольчик тут. Будды. Тут как змеи сделаны. Как красиво. Это тирадбул. Прикольная пещерка. Вообще прикольная. Да туда мы пришли. Снизу. Вот мы идем на выход уже из пещеры. Вот. Так оно сверху смотрится. А выход получается тоже через пещеру, через другую. Так. Обычно выход. Да. Чуть ли не на четвереньках надо лезть. Вот и выход. Была бы ты покрупнее, не пролезла бы, да? Так, из одной части пещеры мы вышли и идем сюда, в другой, где река подземная. Речка уходит. Вот пещера пошла.
О, летучие мыши летают здесь. Как красиво. А вот висят летучие мыши. Классно. Скамеечки есть, можно посидеть. Здесь подземная река. Ух, как классно. Целый город подземный. Да, сказочные пещеры. Скажи. Там река идет. Везде все капает. И скользко. Ну, смотри, как красиво. Они да, сталактиты. Пищит, слышишь? Да. Да, там палит у всех мышей. Такая сырость, да? Туда даже прохода есть, смотри. А, вот такая пещера с подземной рекой. Интересно. Сейчас перейдем через мостик еще туда. Там дальше есть путь. Да. Так, поворот сюда. Всего времени уже. Ух ты. Еще залы. Нифига себе. Боже, какие красивые штуки, смотри. Да. Ух, здесь высота. О, там небо видно. О, красиво. Ух. Тенежки лежат, видишь? Класс. Ну, вот тут высоко, 30-40 метров, наверное.
Нифига себе пещера. И конца и края не видно. Сюда подъем еще есть. Река Шинников, да? А дальше низенько. Наклоняться надо. Ух ты. Летучие мыши это прямо возле головы. Вот это да. Здесь река идет все время вдоль дороги. Блин, где же конец пещеры этой? Вон уже и выход, по-моему. Да. Да, это конец пещеры. Куда-то выход, но он закрыт, естественно. Вот и выход. Вот такая пещера. Прикольно? Ого, вообще очень большая.